Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби-герои». Так, многие спрашивали, когда у нас будет конец сезона. Ребят, через 5 дней 22 часа, вот тут написано. Ну что, ранний доступ, задание дня, давай попробуем пройти. Пора усложнить жизнь этим мерзким растениям. Вашей синхронистке следует объединиться с зомби стратегической колодой заразительной сальцы «Танцевальная зомболюция». Ну что же, давай попробуем. Давай попробуем. Против вспышки на солнце мы будем с тобой воевать. Ну что же, синхронистка. Это, конечно, все хорошо. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну ладно, пускай будет. Пускай будет так. Пропускаем ход. Ну, если что, есть у нас чем ответить. Сейчас попробуем сделать вот так. Хм. Довольно забавно. Что же ты имеешь? А? Вспышка на солнце. Что ты там для нас придумала? А если я вот так сделаю? Слушай, неплохая карта выпала. Не-не-не-не-не, даже не думай об этом. Так, что можно сделать? Можно, в принципе, уничтожить. А можно понизить атаку. Я, наверное, понижу атаку. Заодно карту вытянем. Окей. Ну, так себе картишка. Так, двигаемся дальше. Пум-пум-пум-пум-пум. Что же делать? У него наверняка будет минус 1-1 на земле, 100%. Давай я попробую, наверное, сделать вот так. И все, пока. Смотрим. О, ты смотри-ка, что вытворяет. Просто полюбуйся. Давай тогда вот так сделаю. Здесь уничтожаем. Поехали. Сейчас сработает защита. Ух, не сработало, кстати. Хм. А если я... Даже и не знаю. Как тут лучше сделать? Наверное, вот так и вот так. Давай посмотрим. Ясен перец, что ему вот этого надо уничтожать, зомбариху. Опа-на. Поехали. Сейчас будем пробивать его. Ну, конечно, нам тоже тут достанется. Он хильнется. Он, друзья, хильнется. Так, что мы можем сделать дальше? Синхронистка. Нужно его уничтожать. Поэтому предпочитаю сделать вот так. Ракету, ну, потратим, наверное. Сейчас посмотрим, что он будет делать, во-первых. Да ладно. Уху-ху-ху. Ну тут, друзья мои, наверное. Блин, выбор очевиден. Поехали. Так. Ну что? Погнали, сделаем так. Так-с. И вот так. Смотрим, что у нас из этого получится. Наносит 3 единицы урон. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй, не надо. Допустим. У него, наверное, еще, да, есть? Ягодный микс.
О, парнишка. Ну-ка. Погнали. Все, кранты. Пробиваем. Вот тебе и вся вспышка на солнце. Сдулась. Сдулась вспышечка. Ну что, ребят, давайте посмотрим, что у нас за ежедневные задания. Замораживает зомби. Разыграйте 3 растения, которые стоят не менее 4 единиц солнца, и выиграйте многопользовательскую игру. Слушай, а кто у нас замораживает зомби? Замораживает зомби. Что за колода у нас на заморозках? В принципе, может... Роза замораживает зомби, да? И может... Гриб. А как замораживает? Естественно, с помощью вот этого. Ну что, давай попробуем. Замораживает зомби. Или там именно нужно... Мы же замораживать будем надгрубие. В принципе, как бы считается, что зомби. Ладно, попробуем, посмотрим. Блин, это нам выпадает ржавый разряд. Не лучшая кандидатура. Не лучшая. Такс. Ураганчик, да? Пока ничего не буду ставить. Пока ничего не буду ставить. Вот ты как, да? Давай я так сделаю. Слушай, а я его сдуть-то смогу? На него же ураганчик-то будет действовать или нет? Вот в чем вопрос-то. А вдруг у него флакон есть? Сейчас посмотрим заодно, есть у него флакончик или нету. Есть, ребята. Флакончик у него, оказывается, есть. Ну что, сдувать его, наверное, придется. Или как? Да, уже поздняк. Уже поздняк. А может быть, все-таки сдуем? Может, получится? Не того ты сдул. Так, ну а дальше что? Придется через грибы работать тогда. Аж 3 грибочка у нас, ничего себе. О, видишь, что творит. О, погнали. Ну, что у тебя там? Так, это сейчас превращается, да? Получается. Чудило-то. Пум-пум-пум-пум. Что будем делать? У него 100% будет флакон. Вот чую. Чую, сейчас будет у него флакончик. Или же безумие.
Вот что он творит. Ага. Вот это плохо, ребята, что, кстати, он сейчас превратится, фиг знает там в кого. Ладно, я надеюсь, мы сможем сбросить его. Надеюсь. В кого он там, в осьминога превратится или в кого? Или в зомбобота? Дело дрянь. Дело, друзья мои, дрянь. Серьезно тебе говорю. Тем более при таком вот раскладе, особенно вот этот вот. Очень будет сильно мешать. Да? Да. Поэтому давай-ка сделаем, наверное, вот так вот. Ну и вот так. Ну тут заведомо я проиграл, конечно. Заклинание-то у него 100% есть, так что... Тем более он сейчас еще раз его поставит. Вот этого чудика уберем отсюда. Блин, мне буквально чуть-чуть не хватает, чтобы превратить их в... Ну ты понял, в кого. Опять он своего этого чудилу сюда ставит. О! Хорош. Ну, в принципе, ребят, нормально. Иди отсюда. Что бы нам тут сделать? Давай посмотрим. У него, видишь, тут сработает защита, ребят. И если он поставит сейчас безумие, а вот поставит ли он? Все, да, получается на этом. Как тут лучше сделать-то? Может быть... Так, рискованно, ребят. Будем надеяться, что безумия у него нету. Уничтожает. Понимаешь, мне нужно пробить. Мне нужно пробить. И что он ставит? Па-па-пам-пам, блин, если я сейчас вот этого поставлю, он же... Видишь, знаешь, что он творит? ХПшку сейчас восстановит себе. Угу. Все, ребят. Победа. Но заморозку-то мы не сделали. Нам по заданию надо было заморозить зомби, насколько я помню. Зато два этих выполнил. Замораживает зомби. Ну что, придется, наверное, брать мне все-таки... Да-да, правильно ты подумал. Розу. На заморозках, да, значит? Как тут только сделать это?
Роза на заморозках. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Как-то вот надо тут попробовать умудриться все это объединить, соединить. Может быть, даже вот так вот придется взять. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Раз, два. Ух, не знаю. Как бы заморозки, да, все хорошо, но... Блин, я тут и на хилах хочу выкрутиться, и так. А получится ли у меня? Как говорится, и то сделать. Это большой, конечно, вопрос. Взять розу и поставить ее вместе с этими, что ли? Так опять же, если роза выпадет, а если она не выпадет? И толку тогда мне от нее? Не знаю, ребят. Просто не знаю, как тут даже лучше сделать. Ладно. Подожди, чего такое? Блин, карту-то поубирал. Ну, давай так попробуем. Наше дело заморозить, ребята. И все. Не обязательно выигрывать, просто нужно заморозить зомби. Ну, выиграть-то, конечно, тоже бы хотелось бы. Я мало взял хилочек. Вот что я сейчас подумал. Если меня сейчас будут тут разбирать. Ладно, посмотрим. Тем более профессор сейчас начнет тут со своими доборами, магией, в общем. В общем, сейчас начнется. Ну вот, о чем я и говорил. Блин, что у него там может быть? Честно говоря, пока не знаю. Посмотрим. Танцовщиков. Ладно, у нас есть помидорка, которая нам поможет, надеюсь. Щелк. Че, кого превращаем? Этого, наверное, да? Чтобы не доставал там энергию ему больше. Что вот он сейчас будет делать? Какие твои действия, пацан? А если, например, сделаю вот так? И вот так. Даже не стал ничего делать.
Он даже ничего не стал предпринимать. Ну, допустим. Да ёпрсты, я опять забыл этого выставить. Это что ты? Даже не думай об этом. Че, этого, наверное, уберем, да, отсюда? Естественно, сейчас доборы будет хапать. Где моя груша? Морозная груша мне нужна, ребята. У меня защиты больше нету, все. Как тебе повезло-то, а? Ну, во-первых, сделаем вот так. Потом вот так. И вот так. Дальше посмотрим. Зомби-астронавта. Кому ты? Сюда, что ли, хочешь 4 единицы урона или сюда? Понял. Хе-хе. Ладно. Это, конечно, жалко, что здесь не прокатило. Ну, кого ты там хочешь поставить? О, видишь как? Видишь, как он делает? Давай, наверное, сделаю вот так вот. Тынь-тынь-тынь-тынь. Так, 4 в лицо, да, он наверняка сейчас еще сделает. Наверняка. Давай проверим. Этому и этому крышка. Блин, ну добор-то он, наверное, успеет сделать все-таки. Да? Добор карт. Все на этом? Хм. Кого он сюда хочет поставить? Не знаю, ребят, кого он там хочет поставить. Блин, как бы мне не хотелось ему добора-то давать, а, ребят? Вот серьезно тебе говорю. Сейчас он... Ага, еще пока не взял. Еще пока не взял добор. Не-не-не-не, парень, единственное, что да. Вот так вот он сделал. И вытащил еще карту. Пс. Блин, ну ведь добор же будет брать, а? Понимаешь? Он сейчас будет делать добор. 4 карты возьмет. Или 2. В зависимости, какая тут карта у него выпала. 2 карты. Давай смотреть. У него 3 карты, а у меня, как ты видишь.
Да твою, блин. Ну что это? В кого он сейчас бомбанет? Сюда, наверное? Думает, куда? Сюда. Понятно. Давай, наверное, сделаю вот так вот. Ну и вот так. Да ты серьезно? Так, ну что, будешь заклинашки брать? Давай, бери заклинашки. Да ну нафиг. Так, ну что, мы ему нанесем. Ну это что такое, ребят? Давай, завязывай с этими, со своими штучками. 6,6, 12 плюс 2. Это будет труба, ребята. Да и это тоже не лучше. 6 плюс 6. Все, мы проиграли. Ну, я проиграл, точнее. Хотя, погоди. Ребята. Я уже думал, все. Трындышечки. Но, слава богу, все получилось. Слава богу, все получилось. Отлично. Не упали в грязь лицом и прошли сегодня все ежедневки. Так, ну что, друзья мои, на этом я буду сегодня закругляться. Будем ожидать окончания сезона, чтобы открыть паки и посмотреть, что нам выпадет. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.